Чем больше таких праздников и обычаев мы будем вспоминать и продвигать, и предлагать гостям и жителям Республики Татарстан, тем, собственно, мы больше будем знать о наших традициях, о нашем народе, о нашей культуре, и тем интереснее будет тем гостям, которые сюда к нам приезжают. Конечно, год такой у нас специфический, но мы смотрим в будущее уверенно, и эти времена пройдут. В Казани и Татарстане будет еще больше туристов, чем было до начала коронавируса. Ну а я вот сам, когда бываю где-то и приглашаю в Татарстан, всегда говорю, что вообще верх татарстанской нашей кулинарии – это вяленый гусь. Вот нигде такого больше вкусного блюда вы не попробуете. И уже есть поклонники этого блюда из других городов, регионов, которые говорят: «Сергей, вот ты к нам едешь, обязательно привези вяленого гуся». Әйінгі оның қонатыннан май қонатлары, бәлішлер үш пұшпақлар майлағанлар. Біз дәсізден қалышмей, біз ыспай болып, күйәз болып ерге ерді. Ай, ай, ай! Айдәгіз барымызға да жетті рәхат тәніп, дәмін болсын. Айдәгіз, айдәгіз рәхим, етігіз дәмілі болсын. Сұлғына ерген, 30-40 бәпкесі!